Реклама на остановках – эффективный рекламный носитель. А если это аудиореклама, то эффективность вырастает вдвойне. Взглянем на статистику. Кто стоит на остановках? Офисные служащие, студенты, школьники, люди всех категорий. Но трансляция идет также вблизи торговых центров, банкоматов, сотовых операторов, продуктовых магазинов, парковок. И это не весь спектр охвата целевой аудитории. Главное, что аудиоролик выходит в эфир каждые 5 минут. То есть вашу рекламу один человек может услышать как минимум 3 раза. Количество слушателей ежедневно от 1000 человек. А в час пик количество слушателей вырастает в разы. Так, посмотрим на карту. Точки вещания охватывают большую часть нашего города. И если на одной точке вещания ваш ролик слышит минимум 1000 человек, то на 5, 7, 10 точках вещания эта цифра вырастает в разы. От 10 тысяч человек ежедневно. Теперь о цене. Вы легко сможете дать вашу рекламу на ту сумму, которая есть в вашем кармане, и не бояться, что этого не хватит, так как наша ценовая политика добрая ко всем нашим клиентам. Ах да, вашу рекламу не переключат.